Я не могу сказать, что я прекрасно разбираюсь в этой теме, потому что генно-модифицированные там продукты, да, они все еще вызывают споры среди, прежде всего, ученого сообщества. И эти споры продолжаются уже много лет, но выведение, не знаю, там скрещивание определенных фруктов и овощей между собой на тот момент это Мичурин не называл ГМО, да, это просто было скрещивание, но это тоже модифицированные продукты, просто другими способами появления там нектарина и виноградов без косточек. Это все тоже определенная работа, и тоже у этой работы было большое количество противников. Вот, если доказано, что продукты несут в себе вред, если это вызывает определенные болезни или есть угроза этой болезни, то, естественно, подобные продукты надо запрещать. И запрещать там самыми жесткими способами.